Да будет свет! Всем привет, с вами Федос. Бардак у них в музее. Проходить серию Сэма. Но прежде всего я хочу тут звук убавить, потому что я проверил свое первое видео, и я заметил, что меня там вообще практически не слышно. Поэтому я вот... вот так вот, наверное, сделаю. Я не знаю, хорошо ли теперь меня слышно. Но будем надеяться, что теперь меня получше слышно будет. Стоун, я связалась со Штейном. Он на втором этаже. Похоже, сфотографировал нужные иероглифы. По сети он их отправлять отказывается. Говорит, получим снимки, если его вытащим. Скажи, пусть не страдает. Папочка идет. Принято. Принято. Пошла теперь. Делай мне бутерброд, пока я убиваю монстров. Так, а это... вот так выглядит у меня, кстати, колледж. Такой же заросший, страшный. С такими же коконами. Все-таки жалко, что у меня не мощный компьютер, и я не могу насладиться графикой. То есть видно, что как бы все такое немножко дрожащее. О, вертолет, смотрите. Щупальцами. Пацан, слезай. Та-да-дам, та-да-дам, та-да-да, та-да-да, та-да-дам. Здесь у Человека-паука, да, 60-х, блять, я, сука, говорить не умею. Да иди ты в жопу. Я знаю, что их мочить не обязательно, но, ну, эти коконы не разбивать, но все-таки. Смотрите, их там как много. О, теперь большой. Прикус. Ну и куда? Вот это мы возьмем, все эти аскорбинки. Они нам пригодятся. Кстати, заметьте, как у нас много жизни. Ну, понятное дело, мы на туристе играем. Вообще, по идее, я думаю, все-таки четвертая часть игры должна у меня пойти, ну, потому что она делается на том же движке, ну, в смысле, не на том же, там, Serious Engine 4, но почему я так считаю, ну, что она должна пойти, ну, просто потому что, как бы, Talos Principle сделан на том же движке, что и Serious M4, ну, который, конечно, еще не готов. Заткнись! Да, заткнись. Но я подумал, раз уж у меня Talos Principle пошел беспроблемно, то и Serious M4 должен пойти. Все-таки на одних и тех же движках сделан. Точнее, не движках, а движке. Что-то я аж загнулся. Тут я знаю, нет, прикол. Вот она, красавица. Давай, иди, иди. Что-то кажется, как будто что-то я не нашел. Может тут? Просто там я кое-что предположительно знаю. А, все, я понял.
соплями нежелательно касаться. Вообще, я знаю, тут я много каких секретов уже просрал, но, в принципе, как бы моя задача это не секреты, они мне вообще нахер не нужны. Это главное пройти. Че, все? Так, кто-то орет уже. Ладно, насрать. Все какое-то заброшенное. Умри, сучка. О, еще один где-то лазит. Сука. Держится на клей-моменте. Так, ну, я как понял, тут это Штейна таскали, да? А тут... Понятно. Так, сейчас начинается Doom 3, наш типичный. Да, страшновато, прям как Silent Hill. Квин, это я. Штейн убит. Черт! Где его мобильник? У меня в правой руке. А, да. Там должны быть снимки нерасшифрованных иероглифов. Срочно перешли их нам. Затем можешь выдвигаться к точке эвакуации. Так точно. Короче, убили нашего ученого. Ну и ладно, фиг на него. Ай-яй-яй-яй-яй. Я боюсь пауков. А, все. Так, ну вот это рука этого Штейна. Вот так она выглядит, прям в кетчупе. Ну чё? Ой. Забивай! Забивай. Чуть поближе к колонке приебашу. Ой-ой-ой-ой-ой. За яйца кусать. Это неприятно. Ну как бы, конечно, щекотно, но все-таки. Ты где? Пацаны, ну вам не надоело? Вот мне лично надоело. Ой, там кто-то пробежал. Мы взяли дробовик. Так, но я не спешу уходить, так как тут есть достаточно забавный секрет.
Он немножко страшноватый какой-то. О, видали? Вот дерьмо! Начинается. Мы у входа в музей, как и положено! Где ты там застрял? Ну, это типа мы увидели духа умершего солдата. И он нам оставил лазерную пушку. Вообще, по идее, вот такой подобный секрет, он не один. То есть, есть еще один уровень, где находится такой же секрет, только там будет уже другой чувак, и там будет другое оружие. Так, это мы оттуда пришли, да? Не задолбали. Ой. Вот ты долбанный неудачник, он самого себя подорвал, он тут что-то разнес. Вот. Пацаны, я, пожалуй, пойду дальше. Я коконы не буду уничтожать, так как реально это слишком долго. Ну, они, видите, сами разъебывают их. Все. Ладно, пойдемте. Дабл-килок сделал. Ладно, смотрите, что у меня есть. Прикиньте, да. Зачем ты разрушил ящик? Да, он, конечно, злой, но все-таки. Я не смогу вам больше показать серию Сэма Ориджин, так как почему-то он у меня удалился. Поэтому больше прохождения, к сожалению, не смогу на него сделать. Потому что и самого источника нет, ну, откуда я скачиваю. То есть, со стороны. Поэтому, если вы хотите поиграть в серию Сэма Ориджин, то вам придется самому искать, скачивать. Кстати, разработчики вечно утверждают насчет четвертой части, что это будет, ну, как бы, самой такой лучшей игрой в серии вообще в целом. Я не знаю, верить им или нет, конечно. Они говорят, что, как бы, игра будет такой же реалистичной, как третья часть, но при том, что на этот раз у нее будут краски, как в стиле второго пришествия. Короче говоря, они хотят повторить, наверное, судьбу, ну, второго пришествия. То есть, быть серьезной, но и в том же время красочной и веселой игрой. Ну, понятное дело, кто тут будет. О, страшен же ты! Эй, осторожно! Вот дерьмо! Слышь, Идо, сделай одолжение, иди в жопу. Знай свое место. Ай-ай-ай.
Себя жаль, урод. Понял. Прикольненький уровень, конечно.